Приветствую вас. Предлагаю вашему вниманию обзор автобуса Mercedes-Benz O403. Вот так вот он был подписан. All там чего-то. Еще написано, что это версия 3. Я его раньше не встречал. Давайте посмотрим, что это такое. Находится в салоне Mercedes, как вы видите. Давайте перейдем к кабинам. Кабина у нас одна. Одно шасси, это 4 на 2. Да, действительно, 4 колеса. Видим, какой у нас двигатель. Трансмиссии у нас 3 варианта. 12 с ретардером, 6 с ретардером. Вот такой вот интерьер. К интерьеру у меня сразу возникли вопросы. Ну, вот сиденья мы не видим, а хотя видим. Вот пассажирские, видите, что текстура не очень хорошего качества. Сверху накидки такие Mercedes-Benz, они вроде бы более-менее нормальные. А вот эта текстурка с этой елочкой вообще ужасно выглядит. К шторам не будем претензий предъявлять, они не попадают в нашу область зрения. Еще что-то не понравилось, видите, какая-то белиберда у нас тут в районе GPS-а. Какие-то уши тут торчат, я не знаю, что это такое. Некрасиво выглядит. Видим, что у нас уже набалдажничек у нас для руля уже установлен. И такая вот приборка с элементами дерева. Переходим к покраскам. Для покрасок у нас отдельный файл мода. Ставится он выше основного мода. Давайте рассмотрим, какие цвета нам предлагают. Есть подборка цветов, как мы видим, разных. И также у нас есть картиночки, скины. Вот такой вот метро. Просто белый скин. Вот видим, что у нас тут какие-то лесенка из текстур по краям наблюдается. Такой вот синий. Этот похож, ну, превьюшка, как у стандартных скинов для трейлеров. Ну, метро мне точно не нравится. Синий, что ли, оставить? Или вот такой белый? Вот, давайте вот такой желто-черный. Скрашивает он наши огрехи, нашего автобуса. Давайте посмотрим, что у него по внешнему тюнингу. Так, скины чего-то, что меняется. Сверху мы видим, на окне меняются эти скины. Может, надо как-то под углом смотреть, чтобы увидеть, что он меняет. Угу. Добавляются надписи, мы видим на боковых тоже, поэтому я так под углом поставил. Надписи на окнах, вверху там, Истанбул, это куда мы следуем, наверное. Вот даже YouTube. YouTube это, наверное, YouTube разработчика этого мода. Главное, чтобы он не оказался слитым, потому что это будет беда. Ну, давайте вот такой вот, блин, мне не нравится, что этот скин мерцает. Не хочу даже в игре пробовать, потому что, видите, мерцание это, блин. Так, а первый вот этот скин мерцает. Да, тоже присутствует мерцание, так что я лучше уберу. Так, таблички у нас есть. Даже две можно поставить. Ну, давайте желтую табличку. Там Истанбул мы едем или куда. Набрали. Все, у нас табличка Истанбул. Надеюсь, я правильно написал. Так, что у нас здесь? Это у нас предметики. Тут ничего не меняется. Это зеркала. Чтоб я знал. Айна это mirrors. Так, что у нас вверху? Это флажочки. Выглядят крайне нелепо, конечно. Разных стран можно вешать флажки. Это уже на ваш вкус, вешать их или нет. Давайте переходим на бок нашего автобуса. Так, это тоже... Нет, это тоже уже не флажок. Флажок получается вот здесь крепится. Здесь у нас зеркало, которое смотрит... Ну, боковое зеркало. Но его что-то не наблюдаю, оно уже установлено. Ну, недочет, конечно, мода. По шинам мы видим кастомные. Вот это кастомные шины. Три варианта.
Действительно, кастомные шины. Ну, оставим сток. Мне интересно, смотрите, видите, и диски кастомные завезли нам. Давайте пощелкаем, какие они там есть. Ну, в принципе, ничего особенного. Ничего особенного. Ну, может, там кому-то нравится хром, так он поставит. Я останусь на стоке. Не вижу причин менять стоковые шины. Так, сзади тоже есть несколько точек. Давайте посмотрим. Ага, здесь мы можем добавить свет. Давайте несколько точек. Оранжевые точки. Какой, ну, блин, у нас цвет, конечно, не оранжевый. А есть тут желтый, например. Видим, что тут точек огромное количество. Ну, не огромное, но большое такое достаточно количество. Видим, что есть красный, белый, оранжевый цвет. Ну, хорошо, поставим оранжевый. Уговорили. Давайте завесим тут все оранжевым. Оранжевый, оранжевый, оранжевый. Так, так. Здесь я там нигде не пропустил. Вроде бы везде поставил. Нормально. Итак, что это за точка? А, это добавляет слоты. Идем дальше. Какую-то надпись добавляет на псаки какой-то. Не знаю, что это значит. Так, и еще какой-то... Это выхлопная труба, что ли, такая? Похоже больше на рупор, конечно. Так, и еще три точки. Это добавляет нам брызговик такой вот интересный. Выглядит, конечно, так себе, так что лучше я его уберу. Кстати, на брызговик тоже можно ставить точки со светом, но я не представляю, как это будет выглядеть, так что я лучше его уберу. Так, кондиционер у нас уже установлен, так что единственное, что я тут не нахожу, это пассажиров. Хотелось бы, конечно, пассажиров, тонировку, где это все, я не знаю. Вот так издали обшивка сидений выглядит вроде бы нормально. Но только мы начинаем приближать, мы видим низкое качество этой обшивки. Так, давайте посмотрим, что у нас в салоне. Зеркало никак менять нельзя. Тут какая-то непонятная штука творится, как будто разбитое стекло, что ли. Это что, шутка такая или как? Видите? Как будто стекло там треснуло. Ну ладно. Нет, так нет. На эту штучку, на этой точке мы можем вешать всякие предметики. Интересно. Это у нас камера Сисл. Ну, Сисл поддерживается, как мы видим. Рация, интересно, как он туда будет доставать. Так, что-то я хотел повесить и забыл. Ловец снов, что ли? Ну, видите, Сисл поддерживается, это очень хорошо. Ну, хорошо, вот это повесим. Так высоко никто не будет смотреть. Видите, это зеркало все-таки можно убрать. Ну-ка. И все, оно повторно уже не ставится. Или ставится. Я не вижу там каких-то изменений. Похоже больше на какой-то баг. Да, это только тут ставится. Я так и не увидел этого второго зеркала. Что-то там происходит. Давайте еще раз посмотрим с внешки. Ничего тут не меняется. Это какая-то баговая точка. Видим, здесь мы можем ставить также предметы от Сисела. Я не знаю, GPS сюда вешать не вижу смысла. Он будет мешать только. Если бы еще был ряд вот здесь, то можно было где-то тут повесить GPS пониже. Видим, что точки Сисела еще есть тут. Интересно, если мы тут прикрутим GPS, как это будет выглядеть? Давайте попробуем. Немножко затягиваю обзор, но все-таки нужно все проверить. Не наблюдаю я что-то тут GPS. А, я его просто проскочил, извиняюсь. Track info мы видим. Вот он GPS. Слишком далеко GPS, тоже не вижу смысла в нем. Отменяем. Track info. Да и track info будет плохо видно. Ну, пускай. Он, кстати, он в воздухе висит. Так что, по-любому, это плохая идея ставить здесь что-то.
И точка почему-то одна, и почему-то она именно над уровнем нашей вот этой полочки. Некорректно сделаны точки для GPS. И эта тоже точка вызывает сомнение. Ну зачем нам на пол кидать вот пиво, допустим? Тут же ж люди будут ходить. Тоже, ну, чтобы в пиццу вступили. Вот это да. Интересно, пассажир тут ставится или нет? Хорошо, пассажира нельзя посадить в воздух, но вот это медаптечка тут. Так, все, больше ничего, никаких точек я здесь не наблюдаю. Что у нас здесь? Это зеркало, я так понял, ничего оно не меняет, руль не меняется. Здесь остался только подстаканник, а вот подстаканник, автор подошел хорошо к этому моменту. Он сделал так, что подстаканнике только отображаются именно элементы, которые туда можно поставить, а именно баночки. Но, к сожалению, как вы видите, с размерами он не угадал. Баночка слишком маленькая для этого подстаканника, и она висит в воздухе опять же. Хорошо, применяем наши изменения и смотрим вживую мод. Итак, мы в нашем автобусике. Давайте рассмотрим его при свете дня, а не в гараже. Вот так вот у нас выглядит приборочка. Видите, что пол как будто бы светится, и какая-то непонятная тень, не пойми откуда взялась. Не очень это все хорошо выглядит. Здесь у нас засветы, ну это предсказуемо. Так, зеркало в такую вот погоду, допустим, уже практически не видно. Его, кстати, нужно настраивать, правое зеркало, я имею в виду. Очень плохой там обзор у нас. В левом вроде бы все нормально. Ну, как нормально? Мы видим, что только шины у нас видно. Эти полоски, это, наверное, про подогрев стекла, я думаю. Ну, посмотрите, там вот треснутое стекло. Это прикол от автора, наверное. И мы видим, что в левом стекле у нас только шины, корпуса автобуса не видно. Это глюк. Давайте попробуем поменять. Как меняется, напомните мне. Так, нет, это зеркала. А, по F4 меняется. Переходим к зеркалам. Ага, а тут уже зеркало мы видим нормально показывает. Только я начал что-то рыть по этому поводу, зеркало стало нормально показывать. Видим, что корпус уже видно. Тут все по-прежнему. Ну окей, словили такой небольшой баг. Включился у нас и GPS, и... Так, давайте я включу и выключу. Так, там вроде бы даже что-то проворачивалось, или мне показалось. А ну-ка. Да, ключ проворачивается. Ну-ка. Да. Ключ зажигания у нас анимированный. У нас есть бортовой компьютер. Давайте его сразу пощелкаем. Видим, что показывают отлично. Не засвечен. Все красиво видно. Уровень топлива можно смотреть. Так, насчет GPS, как я и предполагал, у нас не все так безоблачно. Расположен он в неудобном месте, под углом непонятным, как-то наискось, некрасиво это смотрится. Уже поставили где-то вот здесь вот на полочку тот GPS. Еще над ним еще какая-то непонятная штучка, то ли козырек, то ли что, какие-то куски текстур непонятных. Некрасиво GPS тут выглядит. И, к сожалению, единственный вариант остается с GPS, это повесить его где-то тут на лобовом стекле, чтобы от сисала был GPS-ик. Ладненько, послушаем звук сигнала. Вначале идет короткий звук, а потом такой длинный. Это не я нажимаю по два раза, это он так и звучит. И все, и он кончается. Что у нас по... Вот это так звучит поворотник, но это ужасно. Или же автор решил поприкалываться над нами. Вот такой вот, как будто какая-то 8-битная компьютерная игра. Руль крутится быстрее, чем я кручу. Видим, что он 2 оборота. Немножко фризы есть. Но поменьше фризов, чем низкий оборот. Такое впечатление, что руль рассчитан на 1800 градусов обороты. Так, поворотники проверили. Давайте в дождь. Что и следовало ожидать. У нас есть красные элементы. Без этого никуда. Смотрим погоду в дождь. Ой, то есть...
как он ведет себя в дождь. Видим, что там был засвет, но он пропал. Тут тоже вроде бы погода солнечная, видите, у нас пасмурно. Вот эти два окна показывают, ну и в салоне, кстати, тоже показывают, вроде бы у нас солнце светит. Это тоже баг. Если вот так ехать, вроде бы все нормально, не крутить головой. Что-то непонятное происходит. Включаем дворники. Я уже заметил, что есть анимация. Ой, извиняюсь, не то включил. Уже заметил, что есть анимация включения дворников. Это хорошо. Стирают ли дождь они? Они не стирают дождь. Ну, то есть смысла в дворниках нету. Переходим на внешку. Вот так вот он внешне выглядит. Ну, вот весьма привлекательно. Получше даже, чем в гараже выглядит, тем более в дождливую погоду. Дворники, мы видим, не работают на внешку. Они на это не заточены. Затворники ставлю уже минус заранее. Включаем свет. Снизу такие фары зеленоватые. Дальние никак не отличаются. Вот так вот, переключение дальних. И поворотники проверяем. Поворотники дублируются. Это хорошо для автобуса. Это, наверное, необходимо, потому что он длинный. Сзади поворотники выглядят следующим образом, как будто какие-то полочки. Так, все обстоит. Сигнал еще давайте еще раз. Ну, такое себе. Видим, что даже в салоне этот пол оранжевый, он светится, добавляет нам как будто освещение. Проблемы у нас, конечно, с вот этими окнами. Тут с этой стороны вроде бы все равномерно. Здесь у нас как будто все, вот видите, так не светится. Здесь у нас все освещено, ну потому что мы видим пол. Так, что у нас? Включаем дворники. Что у нас? Видим, что при выключенном освещении у нас достаточно сильно светится наш бортовой компьютер. GPS при этом тусклый. И пол светится. Включаем свет. Вот, вот так вот у нас иллюминация происходит. И не встает у нас лучше от этого. Руль все равно не видно. Вот. Руль, его только можно так по силуэту определить. И видите, какое у нас освещение встает такими пикселями, какими-то пятнами. Ну, некрасиво выглядит ночью. Это, на мой взгляд, так. Итак, включаем день. И давайте немножечко проедемся. Сейчас я гляну на карту еще раз. Так, по-моему, мне нужно повернуть здесь. Так, где-то здесь есть автобусная стоянка. Я специально эту карту, не карту, этот город выбрал. Давайте проедемся немножечко. Ну, блин, этот поворотник, это, блин, я выключу с вашего позволения. Это просто издевательство какое-то. Абсолютно посмотреть нельзя. Зеркала нам ничего не говорят. Так, насколько я помню, здесь нужно повернуть. Так, зеленый. Не, поворотник не буду включать. Ладно, пускай я врежусь, но чтобы не слышать этот звук, все, можно ехать. Так, ну, тут уже никуда не денешься. Да, руль побольше оборотов, это сбивает, когда ты крутишь медленно руль, а он начинает вращаться, это сбивает. Так, чё он стал? Я его лучше пропущу. Здесь у нас автобусная остановка, я здесь люблю именно автобусы тестировать, сюда их парковать. У меня не всегда получается. Видите, руль болтает, ну, ужасно это. Ну, не получилось у меня нормально припарковаться. Хотя давайте проверим. Да, криво я припарковался, ну да ладно. Ну, считаем, что я в этом квадрате нужно. Итак, что по моду? Давайте говорить о моде этом.
из минусов видим этот светящийся пол, который мне не нравится. Также большой минус — это дворники, которые не стирают и не работают снежки. А третий минус — это вот подсветка, как работает. Она вот так засвечивает нашу приборку с какими-то пятнами. Это некрасиво выглядит. Тусклый GPS. Ну вот сейчас он нормально выглядит. Так он тускловат, и над ним какие-то посторонние предметы. И вообще он как-то наискосок нарисован, некрасиво нарисован. В основном мне привлекло вот эта обивка деревянная, но это единственный как бы плюс. Так, по зеркалам мы увидели, что у нас какие-то вот такие прикольчики. Также не понравился вот этот звук поворотников, издевательство. Предметы Сисела поддерживаются, но смотрите, как стало, допустим, у нас баночка, некрасиво стало. Здесь точка Сисела тоже есть, но Сисел предметы висят в воздухе, тоже минус, к сожалению. Так, ручка КПП у нас не анимирована, педали у нас не анимированы. Вот они как-то из ниоткуда вот растут, некрасиво смотрятся. Также предметы Сисела почему-то на пол разместили, тоже некрасиво. Здесь предмет Сисел висит в воздухе. Там какая-то присоска, но она не держится за зеркало. Зеркало вставлено криво, мы видим, зазор там большой. По окнам тоже проблемка, видим, что у нас пасмурно, а в этих окнах вроде бы солнечная погода. И видите, вот видно именно на этом экземпляре, видите, как возле водителя окно какое пасмурно, а в верхних двух солнечная погода. Это плохой вариант. Единственное, что здесь понравилось, это GPS, ой, не GPS, бортовой компьютер достаточно хорошо показывает, и никаких засветов нету. Все читаемо, хорошо. Что касается внешки, он тоже достаточно неплохо выглядит. Здесь прикольный такой кондиционер и свет, все нормально. Так. Есть несколько скинов, не так уж и много, но они есть. Также нельзя ставить в салон. Салон заполнить пассажирами тоже не очень хорошая идея, ездить на пустом автобусе. Вот. К сожалению, ставлю 7 из 10 этому моду. Ну, не тянет он на хороший мод. Всем спасибо за просмотр моего обзора. Подписывайтесь на мой канал. Всем пока.